Толь, кстати, Берти обосрался только что, блядь. Пиздец, фу, нахуй, ну ебаный ты в рот, блядь. Пш. Фу, блядь. Пиздец. Найс. Найс приготовил, ебать. Просто проверяйте. Сейчас я окно открою еще. Буду. Не, на самом деле я умею делать некоторую еду, вы знаете. Я умею делать гречку, очень пиздато, лучшую гречку на свете. С фаршем. Плюс макароны с наггетсами потрясающие, плюс курицу, блядь. Что угодно вообще. Но бургер я делать не умею. Потому что бургер — это сложная хуйня, это хуйня, которая требует того, чтобы как-то выглядеть. Так. Блядь, я купил вот такую хуйню. А, нет, я дрожжевое купил тесто для блинов. Оно подойдет, maybe? Хуй знает. Нет, наверное, нет. Так, вот есть помидоры. Но они, кстати, вроде не очень правильные. Они должны быть большие. А вот сыр. Вот сыр, он спрятался. Сюда. А вот фарш. Найс. Найс плюс фарш. Нахуй выкидываю тогда это тесто, если оно неправильное. Вообще поебать, в принципе. Так. Что-то еще нужно. А вот кетчуп. Ну, это чуханский, наверное, кетчуп или норм. Наверное, норм. Пить нужно. А, плюс булочка. Найс. Но она какая-то не очень, как шляпные булочки из мака. Попа, короче, мне нравится такая чернота. Бля, сорян, я не знал. Там ничего не написано, эти пидорасы, блядь, в рецепте не написали нихуя. Вечный май. Так, плюс хуйня. Какой же он тонкий, какие же они жадные, блядь. Пиздец, он рвется, просто рвется. Так сексуальнее выглядит. Не осень, же листья спросим. Какая самая сексуальная получилась помидоринка? Таких нет. Из такого вот такое говно. Блять, он скатывается. Хз. Не, лучше вот это положу. Она мягенькая. Так, и плюс лук. Осень, осень. Так. Ебать. Будь тоньше, долбоёб. Блять, там весь соус выпал. Найс. Выглядит как то, что можно есть.